Мы едем по русской дороге в русскую часовню, построенную русскими пленными в Первую мировую войну. Часовня построена русскими пленными на месте могилы русским пленным, которые попали под лавину при строительстве этой дороги. Австро-венгерский концлагерь был, и они строили дорогу, прорубали туннели высоко в горах. Это была стратегическая дорога на то время. И поэтому в 16 году сюда приезжал Владимир Владимирович Путин и что-то здесь рассказывал. Я слушал внимательно, но о дружбе славянского и русского народа. Так что сейчас мы подъедем на месте и сделаем несколько фоток.